Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем учиться вязать вот такой узор. Раппорт этого узора составляет 20 петель и 11 рядов. Вы можете повторять его несколько раз. Очень удобный и легкий узор. Начнем мы с вами с первого ряда. Я набрала 22 петли, это 20 петель раппорта и по 1 петле кромочной. Начнем. 1 кромочная, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, 10 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Дальше опять 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5 и 1 кромочная. Изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. Изнаночные петли изнаночными, лицевые петли лицевыми. Следующий ряд. Кромочная, накид, 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Следующие петли мы провязываем 2 вместе с наклоном влево, то есть сверху. 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие петли мы провязываем 2 вместе вправо. Я делаю вот так, для того, чтобы петля ложилась ровно, я ее переворачиваю и провязываю 2 вместе снизу. Петля смотрит вправо. Дальше 4 лицевых. Накид и кромочная. Кромочную я всегда провязываю изнаночной петлей. На изнаночной стороне мы накид провязываем изнаночной петлей. Все остальные петли также по рисунку. Следующий ряд. Кромочная, лицевая, накид. Раз, два, три, 4 лицевых. И опять 2 вместе с наклоном влево. 6 изнаночных. 5 петельку я переворачиваю
провязываю 2 вместе снизу, чтобы был наклон вправо. 4 лицевых, накид, лицевая и кромочная. Изнаночный ряд провязываем также по рисунку. Следующий ряд. Кромочная, 2 лицевые, 1, 2, накид, 4 лицевых, вновь 2 вместе, 4 изнаночных. Две лицевых вместе с наклоном вправо. 4 лицевых и накид. Две лицевые и кромочная. Изнанку провязываю, накид провязываем изнаночной петлей. Не забывайте. Следующий ряд. Кромочная, 4 лицевых. Три лицевых. Накид, 4 лицевых. 2 вместе, 2 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, 3 петелька ложится ровненько. 4 лицевые, накид, 3 лицевых и кромочная. И последний ряд.
4 лицевых после кромочной, накид, еще раз 4 лицевых, две вместе, еще раз 2 вместе. Четыре лицевых, накид, 4 лицевых и кромочная. Вот такой рисуночек получается. Изнаночный ряд также мы провязываем по рисунку, накиды изнаночной петлей. Последний ряд здесь получается все петли изнанкой. Следующий ряд можно повторять с первого ряда. Спасибо, что вы были со мной. Удачи и всех благ. До следующего включения.